совершенно новый для нас водоем. С виду это полностью дикий водоем. Здесь места не оборудованы, никаких мостиков нет, ничего. Просто как будто дикий водоем. Но это платник и платник дневной. Здесь пускают только на день. Мне, конечно, это не очень нравится, дневные сессии короткие, именно карповые. Но ничего не поделаешь, хозяин пускает только на день. Ну, ничего страшного, недалеко от города, можно приехать половить и на день. Я приехал с Семеном, Семен сидит на соседнем секторе и ловит на фидер и на флетфидер. А я закинул 4 палочки карповые и хочу поймать рыбу именно на карповую оснастку и на бойлы. Две палки использую свои старые вместе с катушками CarPro Rondel, а в той стороне стоят новые палочки мои и катушки. Эти палки я взял на тест, потестирую, половлю рыбку и вам свое мнение про них расскажу. Вообще на водоеме ловят обычные рыбаки всегда на удочке, на обычные снасти, на убийца карася, на флет, и ловят в основном на червя, на кукурузу и на опарыша. Вот. А я хочу половить именно на бойлы, то есть поймать рыбу на бойлы, где рыба бойлы, если и видит, то очень редко. Поэтому мне очень интересно на таких водоемах ловить именно на бойлы, пробовать, по крайней мере, ловить на бойлы, подбирать насадку и экспериментировать. Колышки буду использовать от компании Shark. Такие вот симпатичные маркерные колышки. В комплекте идет сами колышки 2 штуки и вот такая вот лента с отметками каждые полметра. Здесь, конечно, места не очень много, не очень удобно, но я думаю, мы справимся. Втыкаем в одном месте и полностью растягиваем, втыкаем в другом месте. Я кинул пару лучей, дистанция небольшая, сейчас померим, какая дистанция, и идет такое русло. Под берегом мель 1-2 метра, потом идет резкий спад, бровка и там подъем. Очень много ила, я даже один грузик оторвал, потому что грузик сильно опустился в илюку и там застрял. Под тем берегом камыш и метр от камыша какие-то подводные, там какие-то, может быть, тоже как корни камыша, либо какие-то коряги, в общем, какие-то зацепы есть. Твердое дно под самым камышом, метр от камыша, и уже ил идет. Поэтому, думаю, будем ловить под тем камышом две удочки. И также твердое дно, середина водоема. Середина водоема, прям такое хорошее твердое дно. И как раз вот сейчас прыгнула там рыбка. Дистанцию я отмерил, поставил клипсу. Это дистанция под тот берег, под камыш. Сейчас мы с вами ее замерим и посмотрим, какое расстояние. Здесь это не очень удобно делать, потому что места мало, но возможно. Колышки у нас на расстоянии 4 метров и считаем. 1, 2, 23, 24. Маркерные колышки нам показали расстояние 24 по 4, то есть 24 умножаем на 4 и получается 96 метров. То есть расстояние от моей точки заброса, от моего берега до того камыша 96 метров. Поэтому ловить будем примерно 95 метров плюс литкор, поводок, как раз будет 96 метров под тем берегом. А две удочки положим на 50 и 45 метров, это центр водоема, на твердое дно. По оснастке, друзья, будем использовать скользяк, так как очень заиленный водоем, очень много и очень глубокий ил, поэтому будем использовать скользящую оснастку. По середине русла на других двух удочках можно поставить инлайн, потому что там твердое, хорошо выбитое дно. А по тот берег будем ловить именно на скользяк. С
Снасть скользяк достаточно легкая. На конец лейткора одеваем наш вертлюг. Сверху одеваем бусинку, которая будет закрывать этот вертлюг. И сверху просто уже одеваем грузик, который будет скользить по нашему лейткору. Дистанция небольшая, поэтому груз ставим 100 грамм. Этого будет достаточно. По насадкам будем использовать мою самую любимую насадку. Это клубника 13 с попапом. Клубничку мы немножко подрежем. Ножичек я забыл в машине. Сейчас пока ножницами подрежем, потом сходим за ножиком. Крючок 6 номера. И первая насадка — это бойл клубника с подрезанным попапом. Попапы — это 12-е, двухвкусовые, такие красивенькие. Мед с клубникой, очень такой яркий выраженный аромат. Тоже ножницами подрежем таким вот образом. Шапочку, так сказать, сделаем. Здесь есть и амур, и карп большой, поэтому насадки мы делаем не маленькие, так как охотимся за крупной особью этого водоема. И стопорок одеваем. Вот такая вот первая насадка будет. А вторую насадку будем использовать. Это силиконовую кукурузу, вот такую Monster Crab, с попапом White Krill. Также сначала одеваем попап. Попап не подрезаем. 12 диаметра. Целый одеваем поп-ап на нашу оснастку. Эта оснастка будет приподнята от 1 сантиметров на 5, поэтому здесь вот стоит два грузика, чтобы поднимала крючок именно до грузика, а не полностью до самого монтажа. И сверху кукурузу. Кукуруза очень ароматная. И что самое главное, кукуруза — это кукуруза в очень хорошем дипе, который не впитывает в себя запах ила. Я был на Жуковском, ставил эту оснастку, она стояла у меня 6 часов. То есть эта кукуруза была в воде, в илюке 6 часов. Через 6 часов я ее достал, она также пахнет этим дипом. То есть никакой запах она не впитывает, и дип держится очень долго. Ведерко, друзья, тоже себе прикупил, и шарковское. Очень удобно тем, что открываешь крышечку. Здесь такой кейс. И в этом кейсе два отделения. Можно мешать разный корм под флет, а можно мешать разный корм под стики. Очень удобно. Также всем рекомендую. Сейчас будем делать прикормку. Рыбка, кстати, прыгает посреди водоема, там прям где моя оснастка. Сейчас мы сделаем прикормку и немножко подкормим. В качестве прикормки будем использовать вот такой вот пелец. Это карповый пелец 10 мм. Рыбный вкус такой пахучий для холодной воды, да и для теплой воды. Вообще пелец, корм и насадка — это номер один на любом платнике, на любом спортивном водоеме, на любом дикаре. Всегда, я всегда кормлю пелицем, но в этом году в качестве насадки пелец не использую, потому что, ну, слишком просто, а хочется разловить какие-то новые бойлы и попапы, ведь их тут целая сумка. Вот, в качестве корма будем использовать пелец. И с прошлой рыбалки у меня остался просто невероятно вкусный микс. Здесь кукуруза, конопля, пшеничка, и все это залито
специями. Запах просто отпад. Ох, кайф. Сам бы ел. Просто кайфовый запах. Смеси, конечно, они не дешевые у Миненко, но они очень качественные, с очень классным запахом и очень удобно. Купили пачку, засыпали и все готово. Поэтому в этом году я буду активно использовать эти смеси с разным вкусом. Пока только у Миненко они продаются, поэтому будем ловить на Миненко. Добавим, я думаю, здесь вообще на этом водоеме в основном ловят обычные рыбаки, на обычные удочки, крокодилы, кормушки убийца карася. И ловят они в основном на кукурузу, на червя. Даже хозяину я позвонил, говорю, на что ловится рыба, хотел знать. Он сказал, все ловят на кукурузу и на червя. Ну, про бойлы я уже ничего не стал говорить, дабы не шокировать людей. Поэтому я думаю, в корм добавить кукурузу, вот этот микс нам нужен по-любому, 100%. Перемешаем. И, в принципе, наша прикормка готова. Дип покамись я добавлять не буду, а кину без дипа ракет 10, потому что непонятно, как рыбка здесь относится к этим всем вкусностям, к дипам. Поэтому пока подкормим без дипа. Кукуруза, в принципе, у нас задипована специями. Думаю, этого будет пока достаточно. Кинем 10 ракет на середину водоема и 10 ракет под тот берег, под наши дальние удочки. Друзья, по поводу удилища, на которое я кормлю. Часто вы у меня спрашиваете, можно ли кормить рабочим удилищем. Да, друзья, можно кормить рабочим удилищем. Я и сам кормлю рабочим удилищем и Shark Trinity, у меня старая версия, я им кормлю. Но имейте в виду, что одно удилище я уже такое сломал, и это уже трещит. Поэтому я в скором времени буду покупать сподовое удилище. Ну а вы решайте сами, насиловать рабочее удилище, рано поздно его, и его рано или поздно сломать. Или купить один раз с помп и не париться. И кормить спокойно с помбом и быть уверенным в своем удилище. Выбор всегда за вами, но я пока тоже кормлю рабочим удилищем. Но думаю, это продлится недолго еще. Клипсу поставил 50 метров и ловить также буду 50, 55, 45 метров. Забросил я 4 удочки, как и говорил, 2 центр, 2 под тот берег. Но немножко решил поменять тактику. Серединку я закормил, посередине водоема будем ловить с корма, а дальние удочки хочу половить именно только с ПВ-стиками, без корма. Поэтому сейчас мы сделаем немножко ПВ-стиков. Сетки у меня осталось здесь совсем чуть-чуть, и бойлы для ПВ-стиков я не брал, так как думал, что ловить буду с кормового пятна. Но думаю, все-таки попробовать половить с того берега. По ПВ-стикам добавим немножко банана. Сделаем сладкие вкусы банана. Ананаса немножко добавим. Это насадочные бойлы, но пакет большой, 0,5 килограмма за сезон. Всех бойлов все равно не используешь, поэтому то, что я думаю, один раз добавлю их в ПВ-стики, ничего плохого с этого не выйдет. И немножко добавим мандарина. Бойлы 14 размера, хороший ароматный запах. Это первый стик. А второй стик у меня еще с прошлой рыбалки остался Тайсон. Он был открытый, немножко уже подсох, поэтому можно его уже использовать на ПВ-стике, а в качестве насадки нужно купить новый. Вот, и немножко добавим штук 7 монстр краба.
То есть у нас будет один ПВА-стик рыбный, а второй ПВА-стик фруктовый. Наши бойлы мы крушим на круше. Очень удобно, видите, ведерко. Два вкуса, два отсека. Крышечкой закрываются и все пучком. Делаем крошку. То есть ПВА-стики наши будут просто из бойлов. Только мы их немножко увлажним. Перец маленький я не брал, остался дома. Ну а крупный перец добавлять не будем, потому что слишком он крупный. В общем, наши ПВА-стики сегодня будут простые, состоящие из только бойлов. Бойлы я покрушил. Здесь немножко разные фракции, пыль, мелкие кусочки такие. И все это дело будем заливать бустерами, аминобустерами. Первый рыбный вкус мы зальем кальмаром. А фруктовый вкус мы зальем мандарином. Вы же знаете, что первым делом, когда вы забрасываете в воду оснастку, работает дип. Он растворяется, привлекает рыбу, а потом уже бойлы. Рукой все это перемешиваем. Аминобустеры, кстати, не растворяют ПВА, ПВА-мешки, поэтому можно спокойно их использовать в качестве дипов ПВА-сетки, ПВА-стиков. Хороший, классный аромат сразу пошел, очень вкусно пахнет. Дадим немножко настояться, буквально минут 10, и будем уже вязать стики. Друзья, первая рыба есть, бойлы работают везде. Правда, плавающий сработал. Сработала насадка криль поп-ап вместе с кукурузкой силиконовой. Клюнул вот такой вот красивый, вообще такой офигенный сазан. Такой темный. Смотрите, какой хвост классный. Ну, четверочка стабильно есть. Классная рыба, а поклевка была. Я только до Семена отошел поймать пару карасиков, и паровоз как дал. А точка ближняя, 5 метров от берега, он аж из воды выпрыгнул. Первый есть, ловим дальше. Этот платник, здесь рыбу разрешают брать, 5 килограмм можно забрать, но такого красавца забрать я точно не могу. Хотя я рыбу не ем, но друг попросил. Но друг, извини. Эта рыба клюнула совсем под берегом. Вот так я забросил. Ну, сейчас туда же забросим. Ну так, шок лидера. Я не знаю, сколько здесь. Я сказал 5 метров, но нет, метров 10-15. 5 метров это я вообще загнул. Ну, здесь просто миляк 5 метров и потом бровка начинается.
Друзья, переместился я немножко сюда повыше, чтобы удобнее было вываживать рыбу. Первую рыбу поймали, красивый, хороший сазан. Фух, конечно, поклевка была такая мощная, он как дал паровоз, два раза как дельфин выпрыгнул. Что кайф, на новом водоеме ты не знаешь, какая рыба клюет, какая здесь водится и какая первая клюнет. Это, конечно, доставляет массу удовольствий. Ну и, друзья, немножко хотел рассказать про свой интернет-магазин. Да, я создал свой интернет-магазин, он потихоньку развивается. В скором времени добавится около 5000 товара. И бойлы, удочки, катушки, полностью будет весь ассортимент. А то, чего нет, можете заказывать под заказ. Писать мне в Instagram, ВКонтакте, либо WhatsApp на сайте. Мой номер телефона указан. Для моих любимых подписчиков скидка на любой товар 10%. Поэтому, друзья, когда вы делаете заказ, говорите мне, что вы подписаны на мой канал, и я вам сделаю скидку 10% и бесплатную доставку по всей России. Абсолютно любого товара, пусть это будет тяжелая палатка, либо легкая катушка, любой заказ от 5000 рублей, доставка по всей России бесплатная. Спасибо, друзья, за понимание. Надеюсь, поддержите эту идею и поставите на видео лайк. Ну а мы будем ловить дальше. Ну, друзья, сейчас еще одного карасика поймаем и пойдем карпика ждать. Не будем Семена забирать снасть, ему нужно тестировать. Палочка новая. Страшно, блин, страшно, да, кидаю и прям переживаешь. Опа, видел загиб? Вообще хорошо загнуло так. Но у меня еще реакции, видишь, не такой нет. Но загиб хороший был. Можно было подсекать, да? Можно было потихоньку, да. Ну, сечь не надо. Просто поднимаешь. Угу. Вот-вот, дёрт что-то поклевывает. Сидит? Сидит. Поклевки нежные. Но Семен уже привык к таким поклевкам, а я еще нет. Я жду, да, паровоза. Дима ждет паровоза. Ну такой же, друзья, карасик. Такой ладошечный. Ну, самопожарить, да, вкусный. Ну все, не будем тогда Семена отбирать снасти, пусть ловит, а мы пойдем ждать карпа. Своего карпа ждать. Сейчас чувствую, будет вечерний выход. Вечерний выход карпа будет. Так что, друзья, ждите. Скоро мы отправимся с Семеном, будем ловить на фидера карасиков. Посоветуешься со мной какой купить, да? Ну, конечно. Друзья, все, собираем снасти. Не поймали больше ни одной рыбы. Я имею в виду из карповых. Карасей-то мы натягали. А карповых рыб так больше не поймали. В водоеме очень много зацепов. И вот очередной. Я уже три снасти оторвал. Сейчас, возможно, оторву четвертую. Нет, вышла снасть. Друзья, хочу сказать пару слов про бюджетные мои снасти, которые я взял на тест. Это удочка из Shark Hunter и катушка Carp Legend 8000, тоже из Shark. В принципе, достойная палка. Она, конечно, немножко мягковата. Такой параболик. Но 140 метров, особо не напрягаясь, ПВА стиком я кинул. Ну а дальше, думаю, кидать уже не нужно. Рыбу я на эту палку поймал. В принципе, кайф получил. Рывки держит, рыбу держит. Поэтому, в принципе, могу порекомендовать вам эти же палки, бюджетные. Кому не нужны дорогие снасти,
можете купить эти палки и, в принципе, кайфовать. Да, по тем берегам возле камыша очень много зацепов. Три раза зацепился, три раза, в принципе, вывел крючок. Поэтому и рыба там не клевала. Завтра едем покупать фидер, а послезавтра возвращаемся сюда. Будем также пытаться ловить карпа и будем гонять карасиков. Половила сегодня на фидер карасиков, у Семена взял фидер, мне прям так понравилось, прям зашла эта рыбалка, поэтому новая рубрика на канале — фидер на карася. Думаю, вы поддержите, поставите лайк. Будем выезжать гонять карасиков. Пучаки там на дне, видите, они цепляются, поэтому нужно тщательно маркериться. Маркериться тщательно сегодня не получилось, потому что маркер я оторвал при первом же забросе. А потом просто грузиком пробивал твердое дно. Отличное, в принципе, место. Я думаю, мы сюда будем почаще выезжать. Здесь недорого. Дикая такая природа. И самое главное, рыба есть. Поэтому сегодня мы, друзья, уже собираем снасти. Рыбы видео было немного, но думаю, в следующий раз поймаем больше. Обязательно подписывайтесь на канал, пишите комментарии по поводу фидера, нравится вам ли вам фидерная рыбалка на карася, либо нет. Ну а мы уже поедем домой, скоро уже стемнеет, но скоро вернемся. Давайте, друзья, всем пока!